еще раз разрешите вас благодарности. Расскажите, пожалуйста, русская служба тебе ушла о вашей делегации? Я Керим Улугаров, генеральный директор Государственного культурного центра Туркменистана. Мы вот сегодня в Республике Таджикистан, сейчас сегодня вечером начнется торжественное открытие Дней культуры Туркменистана в Республике Таджикистан. В эти культурные мероприятия с нашей вот этой туркменской делегацией в составе знаменитые певцы, исполнители, музыканты, танцевальные коллективы, есть фольклорный коллектив «Серпай». Еще у нас в составе это ученые, музыковеды. Они будут представлять культуру Туркменистана вот эти три дня, с 4 по 6. Помимо этого, сегодня откроется выставка музейных экспонатов Государственного музея, Государственного культурного центра Туркменистана. Я надеюсь, что эти связи, эти культурные мероприятия там поможет укреплению дружеских связей и в экономике, и в политике.